Детский летний сток, это у нас Италия. Майка Марко Васселлио, не знаю, как правильно читается. Так, лето, в основном все на девочек будет здесь. Так, размер, только я не вижу, какой именно размер. Но, по-моему, лето на 4 на 5, если не ошибаюсь. Где-то так, наверное. Так, далее, футболка. 36 здесь указан размер, конечно, не знаю, но примерно лет на 12, наверное, скорее всего. Хлопок. Так, далее, штанишки. Маленькая футболка, тут, скорее всего, на год, наверное, будет. Размеры почему-то я тут не пойму, какие указаны. Маленькая футболка. Так, далее, леггинсы, это, по-моему. Да. Яркий, достаточно яркий, красивый такой детский сток. Так, вот здесь проходит полоска, еле заметная. Давайте повнимательнее посмотрим. Видите, вот здесь полоска проходит. Это где-то, скорее всего, выиграло. Так. Junior написано. Но размер я здесь тоже не пойму какой. Примерно, скорее всего, лет на 10. Примерно. Возраст почему-то не указан. Так, в основном все из хлопка. Так, вот тут то ли, мне кажется, то ли желтовато немножко, как будто рукав. Что-то как будто вроде есть, но едва заметно. Если только под определенным углом присмотреться. Так, летние джинсы. Яркая футболка тоже примерно лет на, скорее всего, 10-12, примерно. Юбка. Кудика на 2, скорее всего, так думаю, примерно. Так, вот белые вещи будем смотреть, конечно, более тщательно. Потому что все видно, заметно. Стоки тоже иногда бывают и брак, еще что-нибудь. Мне только в секонде такое попадается. 24-й, 24-й, это получается, скорее всего, 12, и 24 месяца на 2 года, скорее всего. Мое предположение. Так, футболка на 10-12 лет. Марка, правда, уже другая, Никлисон. Футболка ГАЗ. Видите, еще другие бренды тут тоже есть, встречаются на 2 года. Так, здесь у нас уника, не знаю, примерно лет на 6, на 7, 7 плюс-минус, скажем, давайте так. Здесь уже размер поменьше штанишек, примерно на год, на 2, наверное, даже на год, может быть. Футболка, так, вот это же, по-моему, желтое пятнышко, не должно быть здесь. Примерно на 3-4 года, скорее всего. Так, далее. Кстати, лот небольшой, около 5 килограмм, по-моему, они все лоты весят. 34-й здесь указан размер. Ну, в смысле, не 40-й, конечно, да, но тоже лет на 12, наверное, примерно будет. Так, это ГАЗ. Тринадцать, 15 лет указан возраст. Футболка марки Никлисон. Такая футболка была, получается, уже вторая. То есть повторы здесь имеются, встречаются. Леггинсы. Вот тоже, видите, на белом. Еле заметное. Какое-то желтое вроде пятнышко, не пятнышко. Так, платье или блузка. Или туника даже. Да, здесь у нас опять-таки что-то не указан возраст. Футболка. Примерно лет на 12, наверное. Так. Барби. Шорты. Где-то на 2-3 года. Это, я не знаю, бомбер такой. Полупрозрачный. Так, на 4 года.
Это вот на 4 года написано. Так, здесь возраст не указан. А, указано 12 месяцев, то есть на год. Видимо, возрасты, кстати, там были указаны на этих. На бирках, а я искал на этикетках. Тут, скорее всего, лет на 12, думаю. Так, опять-таки 34 стоит размер. Так, красивые леггинсы. Так, ну вот опять-таки за этикеткой, смотрите. Есть желтое пятнышко, то ли этикетка тут так лежала, то ли что. Видите, еле заметно желтое пятнышко есть. Так, яркое летнее платье. Тридцать четвертый тоже указан размер здесь. И последние вещи из этого лота. Пиджачок или как это назвать, не знаю. Так, как будто желтеет что-то, нет? Да. Да, ведь полоска вот такая, еле заметно. Так, это была последняя вещь из этого лота. Ну, такая вот детская одежда. На этом все.